Учитель, о котором помнят многие поколения учеников, оставившие след в истории школы становления образования целого района. Мудрый наставник и добрый к каждому ребенку. Таким по сей день помнят Мутана Таенова, проработавшего в школе села Верхние Тайнты целых 40 лет. В этом году ученики и педагоги школы отметили 100 лет со дня рождения любимого учителя. Как вспоминают воспитанники Мутана Таенова, он всегда ходил на уроки со своим портфелем. Непременный атрибут прочно врезался в память ребят, и они каждый раз с замиранием сердца ждали, когда учитель извлечет оттуда тетради с заветными оценками. А теперь этот портфель украшает выставку в школьном музее, как частичка ушедшей истории. Я окончила физико-математический факультет. Отец был учителем математики и моим главным наставником. Я проработала в этой школе 6 лет вместе с ним. И он многому научил и ребят, и нас, педагогов. Все на него равнялись. Школа гордо носит имя Мутана Таенова, и кажется, что коридоры все еще помнят его шаги. Те, кому посчастливилось учиться у выдающегося педагога, благодарны ему за наставничество. Воспитанники великого учителя строят успешные карьеры и занимают должности в разных уголках страны. Сегодня праздник не только нашей школы, но и всего села. Ученики и педагоги подготовили концертную программу к столетию любимого учителя. На сцене школы выступили талантливые артисты из домов культуры района. Среди гостей мероприятия были представители районного отдела образования, акимата, педагоги-ветераны и выпускники школы. Гости вспоминали великого учителя, а ученики посвящали ему стихи. Во второй части мероприятия гости приняли участие в национальных играх. Учитель с самого детства закладывает в сознание ребят самые важные истины, с которыми им потом предстоит строить свою судьбу. Настоящий педагог для нескольких поколений детей является важной личностью, наставником и тем, на кого хочется равняться. Таким и помнят воспитанники выдающегося педагога Мутана Таенова.